В галерее «Елка» открылась новая выставка. Это выставка произведений Елены Аликиной. Елена Аликина замечательная художница, а очень интересная. Она не боится работать в разных жанрах, осваивать разные стили. И вот теперь она показывает в галерее «Елка» свои пейзажи. Выставка называется «Заберу с собою солнце». Согласитесь, на дворе октябрь, хочется снова, чтобы наступило лето, хочется погрузиться в него, увидеть солнце. И вот галерея «Елка» и Елена Аликина нам такую возможность предоставляют. Пейзажи Елены Аликиной я условно разделил на две серии. Это серия «Северная» и «Южная». Северная серия посвящена видам Пермского края, а «Южная серия», она гораздо лучше представлена в плане работ, гораздо больше, и это Крым. А раз Крым, то и Бахчисарай, и Феодосия. Можно увидеть, скажем, море или старые улочки Бахчисарая. Работа интересная по колориту, по-моему, чрезвычайно. Елена Аликина вообще великолепная колористка. Она умеет сочетать цвета так, что это всегда производит довольно, мне кажется, сильное эстетическое впечатление. Например, она может создать контраст звонкий, такой насыщенный. Она может сталкивать цвета в лоб, в духе импрессионистов работая. Они, как вы помните, предпочитали дополнительные цвета, контрасты дополнительных цветов. А иногда она так сопоставляет краски, что возникает ощущение перламутровых переливов. И еще особенно любопытно смотреть на фактуру ее работ. Она тоже чрезвычайно богатая, столь же богатая, сколь и колорит, мне кажется. Если близко подойти, то получаешь буквально осязательное удовольствие, рассматривая ее картины, фактуру ее картин. Елена Аликина может опоэтизировать все, что угодно. И горы, и море. Ну, горы и море, в общем-то, как будто бы и не нуждаются в том, чтобы их опоэтизировали дополнительно. Но она также может опоэтизировать материи, казалось бы, низкие, обшарпанные стены, сушащиеся на веревке белье, а ведь поэзии нам в нашей жизни не хватает так же, как в октябре или ноябре, солнца и лета.